Всем доброго-предоброго утра. Воскресенье, 24 число. Сейчас трогаемся, расскажу, кто на улице. Сзади люди шли, скажут, что, блядь, с кем разговаривает. В общем, завтра мы едем, ребята, устраиваться. Машина уже готова. С Актерсом немножко занимались там. Кулису перебрали, тяги, по-моему, поменяли. Подножку сделали. Ну и по мелочи, то есть его там подделали весь. Он, короче, готов. Завтра будет новость одна интересная по поводу нашего Дмитрия Вячеславовича, Димы Радостина. Но это все уже завтра расскажем. Сейчас мы едем встретиться с Виталием, потому что Дима еще суп доделывает. Виталий купил Мерседеса Ешку 19 года. Посмотрим ее немножко. Потом я забираю Димку. Мы едем к четырем. Ну, после четыре и после. В Кудрово, к Ленке. Будем собирать кровать. Она кровать какую-то огромную там купила. Поможем ей собрать. И все, и поедем домой отдыхать дальше. Я уже устал отдыхать и хочу на работу. Так, где-то должен стоять. Я почти неделю просмотрел фильмы. Подключил эту штуку, как она, кино, блядь, платное, 400 рублей. И все, я оторваться не могу. На аварийке, говорит, стоит. Всякие-всякие фильмы. Уже все перемешалось в голове. Фрукты, всякую хрень. Кушаю. Я уже растолстел, наверное. Ну так, маленько делами позанимались. Куда мне встать? Ничего, такой красивенький. Сюда же вдвоем встали. 19-й год. Я так понимаю, там уже рест, решетка будет. Посмотрим. Опа! Ну, обалденно, обалденно. Да, решетка уже широкая, по-моему, пристайлинговая. Здорово, что ты его моешь? Такая погода, ладно, как ладно. Каждый день. У меня в паркинге Лада стояла. Всем привет. 19-й год? 20-й. 20-й даже? Ага. 20-й год, 43 тысячи пробега. А решетка это у тех меньше, да? Да, старая, да, просто. Она поменьше идет. 150 лошадей, 2 литра. А, охренеть. Короче, как цицо. Можно посмотреть, да? Такие, короче, не родные, а такие МГшные. 18-е литье. Вот это МГшные катки? Да, да, да. У меня датчик давления вообще как не работает, потому что катки это. А, это. А, он получается такой же, как у меня, душка. Без доводчиков, да? Да, 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 без доводчиков. Ага. Ну, это, да, мне там кажется... много чего не хватает, короче, на самом деле. А, ну да, все, вижу. Да. Тут жир. Охренеть. Красота же, блин. Вообще огонь. Каждый день мою, блин. Пока новая. Ну вот если брать 16-го года такую же, ну у меня ноябрь 16-го, грубо 17-й год, Ешку брать, она на миллион дороже выходит. Я вот этого все боюсь. Она просто... Кнопок, это... кнопок столько. Мне там еще цены нормально так скинули, там сзади неприятности есть, однако. Что такое? Но, вот это я увидел. Это прям вообще неприятно. А самое главное, это вот, ну, я просто не понимаю, как человек мог так ровно, знаешь, вот так вот войти, при том, что здесь все цело, то есть это не стол, это не машина, типа, я не знаю, как он... В гараже какой-нибудь стол, ну, выступ стол, какой-то, да, явно. Ну, то есть там парктроне, камера, типа, не знаю. Ну, вот краска уже начинает лазить. Ну, это делается же. Даже, да, может, да, быть, да, так сделать можно. Выдернуть можно, да. И шо? Можно прокатиться, свою закрытую? Наконец-то. А, закрой. За руль пойдем? Да. Я хочу ощутить прелесть. Так, свою закрываем. А, ну, а что она у меня? А, открыта была. Просто эта сторона на ходу закрывается. Все. Огонь, огонь. Держи там тебя. В роли оператора сказали, что хороший человек снимает. Давай. Правильно держит хотя бы. А то кто-то тут палец, то еще что-нибудь. Так, регулировка у нас получается... А, смотри, двигаемся ручкой обычной, как всегда. Ну, как у меня. Да-да-да. Спинка. А спинка с левой стороны, там стоит, ну, такие датчики, типа, в виде сидения. А это что у тебя? Это лепестки, да. Работают? Да, смотри. Нажми на педальку тормоз. Нажал, смотри. А, ну сейчас, ты... сейчас ощутишь.
все, ну как бы так. Спорт плюс? Да, вот. А на лепестках, короче, ну на лепестках это такое себе, лучше типа на комфорте едешь. Ну да, типа, на комфорте. Так, так, а лучше. Руль снизу справа. Вот, вот да, 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 да. Сиденье подвинешь так, и с левой стороны спинка там, и можешь приподняться. Короче, как на фуре практически. Конечно, ощущения салона совсем другие. Да. Коробка тут, да, вниз до конца это драйв. Педалька приподнялась, это нейтраль. Да, это нейтраль. Тормоз нажми. Нажал. И нажимай теперь. Да? Драйв. Просто вниз? Да, да, да. До конца. Один раз. А, все. Нужно щелчком. Регулировка слева там, если тебе сиденье. Можешь подогрев не, себе включить. Слева дыря, короче. Ой, вот. У тебя уверен, ты крылся будет. Да, да. Ну, конечно, по мягкости это... Ну, это, не это прям, да, 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 это... Ну, не знаю, короче, мне по кайфу. Если я таким этим, знаешь, чувствуешь? Мерин там, да? Просто без. Я сейчас так вот развернусь просто и все. Ай-яй-яй, сейчас пищать будет, надо было мне постегнуться. Ну, давай, подержу телефон. Сейчас, подожди, встанем на, да, на красный. Ну, да, руль, мне кажется, здесь тяжеловат. Нет? У меня тяжелее. Тяжелее, да? Да. Так, сейчас, давай поменяемся, сейчас подержу. Немцы, они же идентичные. Ну, получается, хоть и, ну, грубо своими словами буду говорить, как у меня бомж-комплектация, а этот датчик есть, который чувствует пассажира. Конечно, и сзади вот у меня рюкзак стоит, он, в принципе, периодически показывает, что типа, пристегнись, да? Такая. Ну, мне, в принципе, все нравится, типа... Вот. Ну, понятно. Целиковый этот. Видишь, а это почему старый кузов, типа, в новых уже идет в двадцатках, а у них... Полностью экран? Да, 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 да. Как на Актерсе, вот экран. Ну, как, грубо как моя, получается, последний дорез. Да, 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 да. Там да, месяц, последний. Месяц и пошла уже, да, новая, да, G30. И все так обидно, знаешь, едешь, думаешь, блядь, F10. Они все там на G30. Жаривают. Да, ну, посадка низковатая. Или ты а ты там поднимись, я так езжу, у меня же ноги длинные, Коля. Так подняться это... Это вверх, снизу вверх. А, во, все вижу. Во, да. Во. Ну, спинка, естественно, там же. Сейчас все, сейчас вопросов нет. Не уверен, не выезжай. Верно, верно. Ну-ка. А смело. Это на комфорте, блядь. На комфорте, а на спорте плюс вообще просто. То есть, короче, так же. Да, да, да. Ныряет, да, и пошел. Тут, передачу, да, переключает. Да, да, да. Ну, больше оборотов, естественно, и пошел. Да, охуительно. Ну, она хорошо втягивает тебя, так, да, сиденье, так. То есть, здесь можно, видишь, и понаваливать, если хочешь, типа, и просто поездить с комфортом. Вот это мне нравится. Ну, охрененно вообще. Здесь все удобно. Да, справа. Ну, два немца, что? Хорошие машины. Только в обслуге. Да. Ну, это да. Да. Господи, даже та же самая мойка, типа, хочется ее постоянно мыть, ну, как бы не поездишь так особо. Ну, считай, вот я за 1 600 000 взял, сотку ввалил, 1 700 000. Лазил по объявлениям, ну, потому что весной смена машины. Mm-hmm. Посмотрел, ценники поднялись вообще на машины. И двухлитровые дизеля с пробегом 100 000 км пробега, 1 700, 1 800, то есть, ну, нормальные, которые mm-hmm. там не биты, ничего. Ну, смысл ее, блядь, продавать, вот для чего? Нет все смысла? Верно. Все верно. Тупо сейчас купить, а потом добавлять... Сколько-нибудь покупать хуже машину. Что смысла я не знаю. Yeah. Не, так, да. Молодец. Поздравляем. Да, спасибо. Ты больной по Мерседесу. Хозяин Мерина. Так же делает? Три раза я отключу? Да, 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 так. Немцы. Же. Немцы, да. Молодцы. Видишь, моя тоже чистая. Бля. Так, D просто на кнопочку. P. Ну, ну, в смысле, да, паркинг, да, 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 да. Все правильно, все правильно. Да, и все. Все. Стоп. Замечательно. Старт-стоп у тебя бесключевой? Ну, этот кейс, он, походу, здесь даже, да. Ну, имеешь в виду, без ключа открываются двери? Ну, ну, да, ну, в смысле, вот. Ключом? Ключом, да. Ну, открыл-закрыл, а, ну, и все. Как... Это тоже бомж-комплектация. Да, по идее, да, у нас, да, должно быть на рулеточке. Такие, знаешь, приехали, да, да, обожали свои машины. Скажут, другие бы сказали, бля, ну, еще, знаешь, тронулся, не успел. Мы такие, ну, бомж, бомж. Нет, ты что, какой нахуй бомж? Ну, типа, подогрев даже задних есть. Сиденье? Это перед? Но. Это перед, а тот зад. Ну ладно. Ну, так, как-то так. Классно. Только я еще вот снаружи покажу. Огонь. Ты курить не бросил? Нет, конечно. Ты что? Я наотдыхался, все уже. Пора работать. Конечно. Завтра выходит. Мама моя. Мама моя.
думаю, она чернее. Она нет, она, видишь, она серая какая-то, хрен пойми. Мне выкруг нравится в бейке. Да? Ну, кто-то скажет сейчас, почему ты Виталий не дал прокатиться на этой машине. Виталий уже катался. Виталий уже катался на этой машине. Так что, ну, просто по ощущениям скажи. Ну, мне кажется, даже где-то много одинакового. Просто здесь больше ты... Больше комфорта здесь. Здесь больше комфорта. Красиво все сделано. Да-да-да. То есть, ты знаешь, типа, ты сядешь, допустим, в костюмчике, вот, а вот так вот, как я сейчас одет, допустим, в кроссах, хочется в бэху сесть. Ну, вот такие вот. Типа. Адики, вон, хуядики, да? Да-да-да. Ну, бэха, она изначально всегда пацанская такая. Ну, Мерин уже лет 7 последние или 8 перешел эту черту. Ну, на... если, допустим, брать какую-нибудь... Посмотри там посты в инстаграмах, везде, блядь, да, они затянутые, да, там, да, с цветами какие-то модные. Это раньше Мерседес, те очкарики были, помнишь? Да-да-да. На всех очкариках ты не выйдешь там, хотя выходили, в бумере же было. Но... Вот так вот. Да. Кабан тот же самый легендарный, 124-й. Да, кабан. А у Бэхи, да, семерка в бумере, которая была, пятерка... 39-й кузов легендарная. Следующая пятерка. Ну, эти уже более такие, как Toyota, блядь. Ну, платье она так дорогова. Дохуя? Да. Ну, слушай, я сейчас вот со временем думаю, что... Ну, дохуя все-таки. А, было еще... даже по рынку имеешь, ну, в виду, да, да. Ничего страшного, не переживай. Ну, вот, хорошо. Я тоже думаю, не знаю, год покатаюсь, потом на Бэху перейду. Хочется бэху все равно. Да? Вот взял Мерин и как ездишь, да, и смотришь на бэхе, как просто вот, вот это вот прям проезжает мимо тебя, и ты прям хочешь шлепнуть прям, да? G30, да, ну, трехлитровую, да, дизельную, да, да, там, да. По расходу здесь вообще, конечно, хорошо. Трасса это 6-7 литров, город 8-9. Да. Дизель тоже? Да. А, так понятно. Поэтому она и дороже. Так что ты продашь нормально. Ладно, уйдет, будем прощаться. Без проблем еще, да. Будем все, прощаться. Мы за Димкой пока. И поехали собирать кровать. А курить, главное, ко мне пришли. Водичка, я тут таблетки пью. Так, ну у меня здесь вот так. Здесь. Понятно, тут у меня, видишь, как-то все, как будто со старой бэхи еще все вставили. Мониторчик, блядь, такой маленький. У тебя кто ли там? Ну, вот так вот как-то. А у тебя она с ключами или у тебя тоже? Тоже открывается кнопкой. Старт-стоп. Ну, да? Да, и люка также нет. Вот, люка тоже, я тоже смотрел, думаю, блин. А летом охота, знаешь, так люк открыл, руку вытащил. Да. Или, блядь, вообще кабрик какой-нибудь. Ладно, успеется. Все, надо, все постепенно. Да. У меня сегодня перевалит 100 тысяч пробега. А брал я ее сколько? 80 с чем-то, что ли? Или... Нет, 90 не было. Что-то, короче, уже 1011-90 наездил. Ну, 20 там ездил. Я за неделю 1000 наездил. Где-то, так я в рейсах. Это получается год и три. Я забыл, что ты это. Да, год и два. За 14 месяцев. Заморожен. Там по льду гуляют рыбаки, дети. На улице плюс 3. Плюс 2,5. Дома красивые. Я их паруса почему-то называю. Может, так и называются. Вообще лед один. Финка замерзла, охренеть. Все, едем до Димы. Кушаем суп и погнали. Да, прекрасно. Вот все прибрано в Питере. Все подмели. Весь снег. Такими вот кучками потом убирать будут. Ты говоришь, ты уже готов. Ты думаешь, так быстро все это? Фрикадельки все лепятся, блядь. Пар замешивается. Красота. Чего варить, блядь? Быстро ты тут? Как будто БП-шку заварить, блядь. Сейчас мне уже плакать тут замужем. То на фар плакал, лоб тер, блядь, на терке. То, блядь, на поджарку. Я в этой, блядь, в маске прохожу. Замахал. Красота. И тут приятности, приятного вам аппетита. Погодка огонь. Все, мы поехали. Тут болтов взяли на всякий случай. Кое-как сюда залез, блядь, припарковался. Так, ты до мусорки? Я тебя догоняю. Сейчас она будет грязнее грязного. Пока еще вроде чистая. Где он? Отдыхать не устал, Дима? Отдыхать не мешки ворочать. Завтра будет интересный такой ролик с интригой. Не туда? А
А, нет, правильно поехал, правильно. Mm-hmm. Бля! Ладно. Волгу хочу. УАЗик хочу, Волгу хочу. Газель хочу. Слушай, опять мы сегодня, блин, до 10 вечера оттуда там... выбираться будем с Кудрова. Да, и мы еще поедем в торговый центр, в Леруа Мерлен. Потом еще поедем в Ленту. И все, да. Сегодня нам, короче... Сегодня воскресенье, нормально. Пробок нет. Это завтра? Завтра пизда. Ну, хоть одно радует. Что, завтра пизда? Да то, что сегодня вечером, блядь, до туда хер выберешься с того Кудрова. Выберемся. Погнали. И наступил, ребята, этот момент. Наступает вместе с вами. 99 999 километров. Сейчас машина у меня будет уже со 100-тысячным пробегом. Но. Через телефон почему-то панель грязная. Ну и что-то километр какой-то длинный. Ну, ждем. Есть. И мы выиграли миллион. 100 тысяч. У нас мост. Я забыл, квантовый. Скоро будем, короче. Без пробок я ездить просто прекрасно. Я сказал вантовый. Не пантовый, вантовый мост, вантовый. Пантовый. Приезжать. Что Ленка живет с подругой. Мы пошли за тортиком. Тортик возьмем, какие-нибудь пироженки. И водяры. Не надо водяры. А что без водяры идти? Нет. На работу завтра. Скажешь, потому что я не разбираюсь. Я разбираюсь. А где они? Торты-то вообще? В молочке. А нет, это не молочка. Колбасный торт? Или тортов просто их нет, короче, есть. Вот такой. Такой и этот есть, как он. Ну, чародейка. Какой-то нет. А чародейка? Чародейка, ну, чародейка такая. Нет тортов. Вон еще пироженку можно взять. Ну, чародейка, да. А свежая, нет? 04, 01. Нет. Два вида. А, торт, конфеты, сок. Чем мы там еще купили? А, ну кисель. Кисель это себе. Вкусный, вкусный. Как ни странно, пока еще чистая. Платим. Привет. Там еще и телек есть. Перфоратор надо? Нет, там просверлено, там все готово. Подойдет. Подойдет, я не снимаю, чтобы не говорить. Она же стандартно идет. Ты такую взяла бабочкой? Разберемся. Да, пойдет. Пойдет. Не показываю. Универсальный. Да, пока не мешается эту конструкцию повесить. Не, мы сейчас купим шуруповерт. Угу. И все. И можно сверло купить. Ну, короче, посмотрим. Сейчас мы тут разберемся. Че у нас? Стене, да, эти? Угу, сюда, да. Чтобы повесить. Близики. А куда ты их хочешь? Там? Туда. Ну, это ключница, чтобы ключи вешать. Угу. Разберемся. Да, она сдвигается и сюда, и сюда. То есть сейчас мы ее повесим, и все. Это я, конечно, все понимаю. По дыркам прикинем. Ну, да, как раз впритык подойдет. Вот такой головки. Я пошел за набором и возьму еще с обрезом, на всякий случай. Есть только вот шестигранник под вот эти болты, да, я понимаю. Нет, тут под отвертку тоже, прикинь. Шестигранник вот под эту подтягивать, держать с другой стороны. Да. Устроились с Димкой пока. Как это правильно называется? Колыми. Че за тапочки у тебя? Розовый фламинго. С утятками. Набор, короче, здесь сейчас мы проверим. Как раз, да? Зайдет? Да, лучше даже в нижнюю. Ну, еще шайбочками, там шайбы есть. Насколько там головка? 12? Проворачивается. Сейчас мы наверх пробуем. Сюда вообще, по идее, эти вывернутые. Сейчас я Феликса покажу. Феликс. Меняем, короче, на новый. Проворачивался уже. Так, старый пока сюда. Ну и тут надо сало поменять? Или тут не прокручивает? Тут-то нет.
И ножом, да, его? Нет, что его обрезать. Бока резать, пока доставай. Угу. Начало имеешь его отрезать, чтобы до конца зашел. Не знаю, чтобы шляпа это зашла. Так, отчикай. Я помогаю тоже, просто снимать ты кому-то надо. Пока Димка занимается, меня туда не подпускает. Я начинаю открывать кровать. Смотри, что тут у нас. Ножки, перила, что это такое. Две подлиннее и две покороче. Понятно. Как они у нас закручиваться тут будут. Вниз. Что-то я не понял, но с боков, значит, где-то. Где-то с боков что-то крепится. Да, вижу дырку, уже нащупал. Все понятно. Готово? Готово. Пиши. А телевизор надо прикрутить сначала? Ну, так-то да, как бы. Да, эти саморезы. Лена, а где телевизор? Да вон он стоит. Где? Так как телевизор не прямой, то есть вот так вот. Есть в комплекте вот такие вот штуки. Большие наверх, вот сюда. Здесь можно маленькие вниз. Кожа, да, это все в интернете есть. Те, кто занимается. Подожди. Че, вдвоем что ли? Все нормально. Сейчас он у нас защелкнулся. Все, он защелкнулся? Да. И тут я подтянул, сейчас можно регулировать. Немножко наклонить его. Четко. Ты хватит снимать, давай, снимай. Да когда сдувает, смотри. Сейчас собирать начинаем, короче. Да сейчас я помогу. Настолько помочь. А? Все. Вот так всегда. Всегда все такие ремонты у меня. Один снимает. Другие все делают. А, полностью вытаскивает, как телевизор на этом, да? Ну-ка, давай ногами зажимаем. Что там такое? Угу. Пока понятно, что ничего не понятно. Пусто? Окей. А пока к стенке. Да все ясно. Собираем. Вот такая красивая кровать. Спаковывается матрас. Миру. Сегодня. Уляжется. Мир. Я уже тащу мусор, а Дима. Все, вахня. Да, мы поехали в Леруашку, в торговый, и что нам еще надо. И что, где-нибудь пошаримся. Поехали. Куда? Все, большой приехал. Ты близко стоишь, нет? Нет. Вынесли мусор. Ждем Димасика. Когда он в багажник сложит. Подожди, я там перекладывал, искал. Все, ребята, мы на кольцевой. Всем отличного сна, наверное, уже. Я его вечером буду выкладывать, наверное, опубликовывать. Да. Завтра будет у нас обалденный день, интересный день. Очень много информативный день, вот так вот скажем. И по работе, и по энным нюансам. В общем, всем пока-пока. Спасибо огромное за просмотр. И от Димки всем пока-пока. Споки-ноки. Взаимно.